Pipi popo. Ё-моё, как быстро. Так, сейчас я еще жоп-фильтр включу. Ты что сидела и ждала стрим? Такс. Музычка. Ту-ру-ту-ту. Indie Folk Central. Discover the best new indie folk. Так, ну вроде все готово. Дискордик все показывает, тут все показывает. Мне нормально слышно вроде относительно музыки или нет. Музыка, наверное, тише или не тише? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. О, нормально. Мне твоя фанатка, привет. О, привет, фанатка. Я бы сказал фанатяо. Привет, художника. Привет, террор. Чё ты вдруг так, Машера? Что за внезапный порыв чувств? Я соскучился. Бля, три дня не стримил, пиздец. Я сам прям... Уф. Если залечились, да, будем вечером. Ну, после стрима. Там надо будет как раз коллаб пилить. Потому что там вроде у хлебушка готова. У меня готова. Теперь нужно будет соединять. Ты знаешь, как... Рейнджеры... Трансформируемся. Как же я обожаю тебя, уф.
Бля, надо нарисовать. Слушайте, а есть ли хуманизация фотошопа? Типа, как-нибудь фотошоп тян или еще что-то. Бля, я бы нарисовал. Есть? Блин, я не гений. Ладно. Что за коллаб? Ну, мы рисуем это. Надо ногти нарисовать длинные. Я забыл про них. Просто зацените, насколько быстро у меня открываются большие файлы. Просмотри. Коллабфин. Очень огромный файл. У меня он открывался секунд 7 на старом компе. На этом компе просто бам! Открыто. Здорово. Просто пиздец. Жесть. Так, я не понял, что сказал. Вот, смотри, у нас есть общая пикча, которую мы рисовали. Это типа мой персонаж, это ее персонаж. И типа вот мы по отдельности отрисовывали их, и теперь их нужно будет на одном этом сделать, на одном холсте. Вот, я свою сделал, кроме ногтей. Свет более-менее бахнул на руке. Выглядит кайфово, мне кажется. Я еще добавил эти вот всякие штучки, типа как у меня, короче. Блядь, ну это типа реф моей руки, короче, вкратце, если так просматривать. Вот. Вроде норм. Вроде норм. А что купил или заново собрал? Я обновил все, кроме видюхи. Видюху, у меня денег нет, блядь. Покупать видюху за 50 тысяч, это... Это для папиков всяких там. Делит, йоу, здорово. Здорово, Соня. Чё сложного? В плане чё? В плане объединения чё сложного? Пойдем в орех играть. Мне... Не знаю, не хочу в орех играть. В целом. Сложного в объединении ничего нет, просто поверх объединения нужно будет как бы сообща... Привет, Катя Хлебушек, я тебя видел. Нужно будет сообща добавить еще какие-то эффекты, то есть там передний план должен быть типа в туманчике таком, плюс освещение там еще должно быть общее на всех, в общем. Ты хочешь биться со мной? Нет. Спасибо. Спасибо за предложение. Так, это мне разминочка, я типа сейчас по брику что-нибудь бахну, какое-нибудь лицо, покрашу его. Вот, я вчера еще посидел над этой, помните, на прошлом стриме я рисовал девочку, которая лежит на диванчике для заглушки на стрим. Я ее вчера в ночь потыкал. Ну, вы понимаете, как бы, без всяких вот этих вот. Я ей сделал очень сочный животик. Прям уф, уф. Уф-уф. Покрась по той методике. Нет, спасибо. Только вот дома, типа, где попытался? Чё там? Здорово, Дарит, еще раз. Да. Так, все, я все прочитал. Окей. Я ее делаю с ЧБ. Я могу вам показать на примере той пикчи. Я могу показать, как с ЧБ нормально сделать красивые цвета. Потому что большинство челиков рисуют, типа, делают ЧБшку,
и делаю цветность поверх нее. То есть там цветность, перекрытие. Вот это все говно мажут поверх ЧБшки. И у них получается потом не очень такие, типа, я не знаю, как в ЧБ рисовать. Ну, как из ЧБ красить. Вот я могу потом показать рабочую методику. Погодите. У меня не настроена кнопочка. Блин, я не на то. Блин, здесь надо. Ну так сидишь теперь, вспоминаешь все, ну заново перенастраивать надо было. О, удобно. А, привет, дестабилайзинг. Все, я. Понял. Валера, привет. Йоу. Блин, у вас там целый этот, я гляжу, отряд рисовальный, вот, вот блоповский, который, типа, там блоп-тварь еще был, я видел. Мисс Гендеринг. Тварь не художник, а, обзывается. Просто пиздил мой ник, да ладно. А, блин, а я такой, а мы такие сидим, короче, вот когда мы залетали к тебе на стрим, мы такие сидим в этом войсе, там вот Baby Vampire была. Я, Хлебушек, сидели в войсе, такие типа, блин, у них клан тег какой-то, может тоже себе переименуемся, типа в одинаковый этот, типа сквад. Потому что стримерскую группу нельзя сделать, если ты не партнер Твича. Вот. А у вас, оказывается, не этот, не клан тег. Можешь персов 3D сделать? Ё-моё, блин, эррор. Это было бы, конечно, круто. Ты хочешь, типа, вот этот вот коллаб делать 3D или просто персов? У меня есть упрощенная вариация моего перса, например.
Мне кажется, такая просто моделька. Ее проще сделать, мне кажется, чем какие-то реализмы эти. Здесь простые формы более-менее. Ну, посмотрим. Блин, не знаю. Круто, наверное, было бы. Ну, хлебушек точно не против, я прям абсолютно уверен. Надо потренировать волосы. У меня такая маленькая коллекция волос в голове. Типа, прям буквально причесок 5 я могу нарисовать. Прям типа 100% хорошо. А остальное нужно... Нужно либо рефить, либо... Тут прям не хватает здесь массы, мне кажется. Побольше возьмем. Я абсолютно. А, помнишь, я как-то делал спецкультовый перси? Да, помню, помню. Было круто, было круто. Это, конечно, не 5 минут, но думаю, будет прикольно. Да как бы спешить некуда, это чисто как бы твое желание. Почти без построения, но у меня отработанные контуры просто уже. Типа я могу начать с глаз, я могу начать с носа, с губ, и
построить последовательное лицо. Просто, ты уже знаешь, ты типа смотришь на листок, на белый, и ты уже видишь в нем, ты просто, по сути, обводишь в башке рисунки. Плюс зеркалка помогает. То есть я зеркалю, вроде вот ты сидишь, так смотришь, вроде все норм. Начинаешь зеркалить, тебя начинает бесить. Вот эта форма. Я сейчас поменяю хвост, потому что он прям создает чувство заваливания вот сюда вот. То есть типа как будто он тянет голову вниз. Вот. Плюс вот волосы я менял, потому что если... Потому что если волосы сделать вот так, у тебя как бы вот здесь больше, вот здесь больше массы, чем вот здесь. То есть у тебя опять лицо тяжелее вот с этой стороны как будто. И оно наклоняется как будто из-за тяжести. А вот так смотришь, оп, и у тебя, ну, более-менее балансится. То есть чтобы теперь вот это вот забалансить относительно вот этого, нужно здесь сделать какую-то массу. То есть это может быть просто какой-нибудь типа хвост такой вот. Ну, какие-нибудь такие, знаешь, типа... прикольдешки. И как бы у тебя снова на балансе вот, типа, одинаковое получается. Относительно вот так вот. В общем, это... это такое, знаешь... Вы, может, не видите, это просто интуитивно. Вот я просто смотрю, и я просто чувствую, что вот мне не нравится. То есть я не мерю, там, знаешь, типа, на весах, на килограммы, там, не делю ничего. Просто смотрю, и мне не нравится. Потому что я знаю, почему. И это вот все такое, тоже чисто опыт и визуальный вкус, скажем так. Ну, в принципе, я бы сказал, что отличие приятных портретозов от неприятных как раз вот в этом и заключается. То есть некоторые просто нарисуют, там еще разместят, может, вот так портрет. То есть у тебя мало того, лицо свешивается вот сюда, ну, из-за того, что оно наклоненное, и у тебя как бы вот давит немножко. Так ты его еще ставишь в край, то есть, например, как будто упирается лбом в этот, в край рисунка, тоже неправильно. То есть нужно, если у тебя пикча как бы сваливается вот сюда, ну, хотя бы чуть-чуть, поставь ее чуть-чуть правее просто. И будет как бы, ну, приятнее смотреться. Тоже вот, там, короче, очень много таких этих, про это можно бесконечно рассказывать, как это все фиксить. Ну это просто, я сейчас разминаюсь, просто типа мозг, когда я, короче, рисую лица, это же типа куча разных форм, по сути. Там форма лица, пропорции, вот эти. Очень хорошо разминаться перед тем, как рисовать что-то большое в целом. Вот, поэтому я сейчас это... Сделал заказ музыки на донат. Ты хочешь донатить за музыку? Я только за. Просто опыт, точнее не опыт, а предыдущие стримы показывают, что инди-фолк, еще никто не говорил, что инди-фолк это плохо. Типа все заходят, говорят, блин, прикольная музыка. Приятно работается. Чё РС? Инди фолк это плохо. I see cold glaze while smoke dissipates.
Я такой гений, сейчас скажу. С днем рождения, кстати. Поздор. Это привилегия спасает себя от бана сегодня, если что. Так вот, нужно что-то здесь накинуть, типа... О, кстати. Ну прям капец, как вытягивает все вправо, и начинает смотреть. https://www.youtube.com/watch/v=n5hvrwsb 8 ampersand 5z 728 m 5r27z5l 8 92 ampersand index=4. Я понял. Задублируй в чат, пожалуйста, бля. Это плохая идея, я понял. Ну я запомнил на слух, если чё. Так, а где это делается? Где это делается? В оповещениях? Настроить. Синтез речи. Вид. Изображение, звук, текст, аудио, бля. Короче, я не знаю, где это. Ну да, я вот сейчас пролистал, типа, основные настройки. Здесь, в принципе, нет такой галочки. Может, это не в Donation Alerts, хотя... Еще. Не, я не знаю, где. Короче, ладно. Просто не делайте этого. Давайте договоримся, просто не делайте этого. Я могу включить бота, пусть типа диджейство будет, но прям вот давайте, я включаю диджей, но до трех песен, которые меня будут триггерить. То есть кидайте какую-нибудь шляпу, я это оффую. А то, ну кстати, в последнее время, последний раз, когда я включал Nightbot'а на... автомузыку, я очень много нашел крутых песен от зрителей, прям покчомп. Так, ну короче, это, по-моему, так делается. Вот. Song request. Ова. Так, громкость минимум, окей. Нормально. Все, можете закидывать, так давайте без трельбасов каких-нибудь там, пожалуйста. Причем три триггера в ряд, да, раз они? Три триггера в ряд, это, знаешь, типа как в играх три в ряд. Сразу улетаешь в тайм-аут. Just nothing left to take but a
А, настройки донатов. Все, все понял. Спасибо большое. Еще. Так. Я виджеты искал. Окей, сохранить. Спасибо. Все сделано. Все сделал, можете проверить. Так, давайте покрасим эту фабрику. Заливаем сразу это. Блин, кайфовая песня. Ну, по крайней мере, по словам, прикольная. Ё-моё. Хи-хи-ха-ха. Хи-хи-ха-ха. Спасибо большое. Проверила. Хи-хи-ха-ха. Ссылку видишь? Нет. Там же написано, ссылка удалена. Надо было, наверное... А, ну, в принципе, я могу вот так сделать. Кстати, удалю вот эту пикчу. Ладно, я, в принципе, за это не держусь. Можно делиться, в принципе. Просто сделать поменьше.
Илья, привет, здорово. Ростик, Ростик, йоу. Ростик, как маме... Этот, ты понял. Как ставить? А я же написал в чате. Высадный знак, СР. Высадный знак... СР и ссылку на... Ну, как в чате он делает, да. Бесплатно. Ну, спасибо за 50 рублей, конечно. Come to mommy. Ё-моё. Там пупок улыбается, зацените, пацаны. А, и тут... Ай. Как тебе разбить лицо? Я сразу только лицо и увидел, не знаю, как вы. Как вы сразу не взяли. Люле. Люля. Забетил заказчика на то, чтобы он проплатил full рендер, но у него нет денег, поэтому ждем. Молодой предприниматель на Ростике. Блин, я все хочу сделать этот ультра extended, как там? Extended Definition Ultra Origin Tutor по вот этим вот value, который я объяснял, после которого люди говорят, я нихуя не понял. Я просто сейчас тут рисую и думаю, блин, объяснять или нет, потому что, ну... А вдруг не все знают, не все видели оригинал. Там еще просто нужно еще тени приплечь к этому всему. А я тени не объяснял. Вчера в лес гулять ходил, смотрите, как классно. Блин, зацените, какой рендер у природы, да? Вообще жесть. Как он так это делает? Это что, RTX 90...
0-1, я не знаю. А, это азиат сидел, отрисовывал. Я понял. Блин, кайфовая песня, кстати.
вот. Крапоп, как дела? Все на быстро будет, да. Ну, YouTube я не буду вести точно. Это бустецкие все будет. Так, теперь надо волосы чуть-чуть прибрать. Я бы еще, кстати, фон раскумарил, чтобы чуть поинтереснее было, а то прям... Музыку потише, окей. Вот так. Ну там типа одни треки громкие, другие нет. Это не орут. Так оставлю. Просто не было однородности. Жена все равно орёт, потому что это эпик. Привычка кнопки жать эти. Жесть, надо просто переназначить. Ну, я помню, там что-то Ctrl Shift A, по-моему. Alt Ctrl Shift A, чтобы создать новый слайд. Не знаю, как здесь. Но... Как это есть, короче, смотрите, просто если создается новый слой через Ctrl N. Постоянно спрашивают это говно. Типа. А, это вообще новая работа. А, вот, Ctrl-Shift-N. Создается слой, но он всегда спрашивает. А есть, короче, команда Shift-Ctrl-Alt. А, натуре. Сейчас я сделаю, да. Мне было просто назначено, я забыл, как она делается. Спасибо. Блин, не здесь сделал. Фак, ладно. Жесть, зачем столько клавиш жать? В самолете лично. Ну, чтобы не было подтверждения того, что ты действительно хочешь взять слой. I'm not the only one.
Что это за слой? Понял. Ладно, пофигу. А пофигу. Сейчас не парится, что там.
Устроили тут тряски жопами. Я просто ногами подстукиваю. В смысле? Это настолько не темное, типа, что... Почему так? Это у меня глюки или это такая иллюзия оптическая? Что за прикол ДС? Цвета выглядят не так, как я выбираю их. Да ладно. Ловушка Джокера называется. Меня поймали на гендзюцу. Немного спецаться. Это кей-поп, что ли, или что это? Не, ну качает, качает. Уже честно, ням-ням-ням. Блин, добавлю эту песню. Очень крутая. Lights are killing it some more. Bad bitches get down on the floor.
so curious, but your boy wanna keep it cool. But I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching feels like butterflies. If I say what's on my mind, what I hate bullseye. Shoot, I'm ready, aim and fire. Baby, I feel like Cupid's on life. Oh, yeah, 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 tonight. Yeah, tonight. If your heart beats, I'll stay with them. You let me know. Cause I boom, boom, boom from head to hell with them. I know love, it is such a funny thing. A mystery, a lure. Gotta get to know you more. Cause I can feel a real connection. A supernatural attraction. I got the fears for you, yeah, yeah. Клипы не видно, там может и нельзя их показывать. Нет. Неужели их известность не спасла? Типа. Там нет запрещенки. Ну, если ты будешь, например, смотреть образовательные видосы про то, как какое-нибудь животное с кем-нибудь спаривается, и ты увидишь пипиську какой-нибудь мартышки, то ЦЗ забанит. Держи в курсе. И это уже не единичный случай. Поэтому с пиписьками мартышки поаккуратнее на странах. Потом засветлю немножко носик. А, ну блин, ну да, вот те и это. Вот те хихихаха. Так, что у нас? Ну, губки пока более-менее. Сейчас будет. Сейчас пока здесь оставлю так форму, типа. Сейчас на глаза сделать. С микроблик. Так, еще чуть-чуть.
Как его зовут, я забыл. Как его зовут? Бля, не амфетамин, а как, блядь? Перекинез, блин, точно. Скорж, разлогинься. Нам известны как безумие, свойственно всем богам, прикоснувшимся к любви. Но это ли их есть вина? Любовь божественному противоестественна. А ты по-настоящему сама любила ли, как боги, не сходящие с ума? Но в этом ли их есть вина? И любовь всему божественному противоестественна. А ты по-настоящему сама любила ли, как боги, не сходящие с ума? Но в этом ли их есть вина? Всему божественному противоестественно. Ее тайна запечатана в конвертик. Она тронулась умом в разы похлеще бога смерти. Как обиды бы унять ее громогласный крик. Был таков, что-то едва не потопило матери. И размышляя в одночасье, коль не свеги, так и ан, тогда хотя бы его часть. Она решила получить любой ценой. Отделила от себя обиду, ненависть и боль. И смешав свой морской пеной, чтобы все вместе превратились в каплю проклятого семени. И срываясь в пляс, она в омерзительном грехе оплодотворит себя сама. Но всему предшествует печаль. Тьмы Портогенез в ее божественном начале. Ледяная колыбель — это кров для рожденного из проклятой утробы, без души дитя ветров. И подле колыбели возвела богиня ледяную цитадель. Какая боль ее родителя, как не хотела, не смогла свою химеру полюбить и заперла во льда. А ты по-настоящему сама любила ли, как боги, не сходящие с ума? Но в этом ли их есть вина? И любовь всему божественному противоестественна. А ты по-настоящему сама любила ли, как боги, не сходящие с ума? Но в этом ли их есть вина? И любовь всему божественному противоестественна. Пикона. Это тоже делит по-любому. Ростик? Да ладно. Ладно, не угадал. Так, это у нас что получается здесь будет 25, да? Ну ладно, попробуем. Хочу так сделать. Не, хочу прям вот так сделать. Или, да, вот так. Нет, еще вот так хочу. Значит, мне. Бля, попал. Я попал. Вот
Вот, кстати, это наглядный пример демонстрации того, про что я говорил в плане вот этой таблички и прочего. То есть, к примеру, у меня есть глаз. Объясняю, смотрите. У меня эта часть светлая. Я мог бы вот эту часть, просто взяв этот цвет, просто сделать вот так. То есть это один вариант, как затемнить вот эту половину тоже. То есть чтобы она была вот, например, как...
Нифига, там реально еще куча. Ладно, погнали. А, это было. Угу. Да, накидали много, я тоже про это же. Короче, можете считать это разминкой, которая опять вышла из-под контроля. Классная разминка. Жахнем только во второй глаз блик, а то ему одиноко без... А так я его еще не сделал. Он не дотянул. Я что-то пошел, да, вниз зачем-то. Точнее, у меня, типа, смотри, как... У меня вот, вот так вот она делается. То есть я одну планету делаю, вторую нет. Но я просто смотрю, что более-менее выделяется, то я... это... То я сразу правлю. Таким образом, в конце... Ну да. Ну сколько, я обычно часа два вот такое делаю. Уж два с половиной. Ну, кроме волос, типа. Волосы обычно прям... Особенно в последнее время я волосы рисую прям максимально детализованно. Ну, именно лентами. И там, если это... Я могу показать, в принципе, что... Типа такого. Ну, как бы это прям отдельно можно 2 часа сидеть делать, в принципе. Ну, может не 2, час, полтора. Вот. И сегодня, сейчас это доделаю, еще буду делать потом вот это. Вот мне ЧБшка лежит, ее надо домазать. Вот, и я начал снизу, типа, снизу вверх. Ну, тут еще надо ноги домазать тоже. Мебель сделать, все вот это. И потом я вот это буду в цвет перегонять. Ну, типа, через чепешку. Пока такая человая хрень. Я просто пытаюсь заставить себя выйти из зоны такого реализма слэш полуреализма. Меня уже на самом деле очень калит. Я хочу рисовать более быстро и более просто. Но вот даже сейчас я рисую, это в принципе можно было сделать за часа полтора, наверное, за два. Но я сижу, это мажу уже полтора часа. И мне еще не готово ничего.
Все потому, что я пытаюсь вот, типа, чтобы все чистенько было, чтобы все гладенько было, типа... Такой себе. Стример, кажется, не эльф. Я не эльф. У руки немного странный жест. Да не, я типа... ну как? Я неравнодушен к критике, но я не триггерюсь, если меня кто-то критикует, потому что у меня есть свое мнение, которое... может быть, повернуто только моими авторитетами. Нет, здесь рука просто загибается, типа. То есть... я просто не сделал, здесь она загибается чуть-чуть. То есть вот здесь согнутые пальцы. То есть я разделил на три плана.
Кто меня тыкает там в Дискорде? У меня кичара что-то какая-то, какой движ. Мне кто-то в чате тыкнул. Дио написала внезапный вброс у NDC21, такой голос красивый. Дио, если ты тут, привет. Это не я. Это микрофон. Что-то у нас подбородок чуть-чуть грязеватенький такой. Рисуешь, что же не ты, это фотошоп. Ну, вообще да. Такс. А теперь что? Мне все еще не нравится Тиматонос, он прям... Лайтове должно быть. Вот. Тут сделали, тут сделали. Так. Тут так надо глаз второй сделать. Выделили, все хорошо. Кайфный трек, кстати. Где меланхолия? Да-ди-да-дова. Я на самом деле фиксовал здесь глаз еще. Прям чуть-чуть бы его поменял. GTA 5 без специально. А, я не играл в GTA 5. 4. Ну да, это с листочком такой не прокатит, конечно.
Не, читы это, короче, сейчас. Читы это когда в новых фотошопах ты открываешь пластику, и он у тебя сам распознает лицо. Он такой говорит, типа, что, глаза раздвинуть? Автоматически определяет, где у тебя глаза, и сам их раздвигает. Это просто жесть, типа... А тут я сам как бы вручную, это ничего, да. Заодно, кстати, можно себя проверять. Если вдруг у вас пластика не различает лицо, значит, вы что-то не так нарисовали. С другой стороны, ты яичко, типа, понятное дело, но может и не различить. Ну так, такой пик обновил, надо и фэша тоже. Я хочу... Блин, ты не представляешь, какой это фэша офигенный вот этот вот. Я даже его не устанавливал. Я его просто распаковал и запустил. Он даже не ставился, он просто запустился. Это просто пишный фэша, я не хочу переходить на другой. Плюс здесь нету всяких серверов. Нет всякого этого. Я единственное, что хочу... Короче, блин, я не найду. Или найду, или не найду. Как это, панорамная... Вот, короче, смотрите. Простые. Передвигаться. Могу все это сделать. Романа Куприян. Добавить детали. А, это CG Speak, нифига себе. Короче, это не то видео. Но... смысл примерно тоже. Ты, короче, можешь рисовать пикчи, которые можно вот так вращать. Это нужен Photoshop не старше 17-го года, то есть типа 17-22. В этом фэша можно делать... Короче, ты делаешь специальную сетку и делаешь псевдо 3D. Рисуешь ты по определенному принципу, там он рассказывается про это. Но, короче, ты можешь сделать так, чтобы у тебя... Ctrl-E. И тогда то есть вот чел рисует, а потом эту пикчу можно так вращать. То есть я очень хочу так сделать, я прям очень хочу так нарисовать что-нибудь. И тогда вы сможете скопировать тоже его. Что-нибудь простенькое, но, блин, это прям... Можно использовать, например, кисть с эффектом наложения. Я прям хочу. Вот ради этого только если фэша новый ставить. Да, возможно, стоит. Как это смотреть без фотошопа? Есть специальные эти. Например, на ArtStation, там уже встроена эта хрень. Ты просто грузишь пикчу и можешь на ArtStation ее крутить. Без фотошопа, да, ты никак не посмотришь. Но есть специальные, ну, типа, софты и сайты, где это можно сделать. Так это тутор Джамы Джурабаева. Я первый раз, я не знаю, может это его. Я типа первый раз на ArtStation увидел какую-то статью. Не помню, кто ее сделал. Ну, короче, вот там рассказывался это. И ArtStation такой, типа, мы добавили эту функцию специально для тех, кто хочет вот такой фигней заниматься. Я такой, блин, это я. Я хочу так, такие штуки попробовать. Не, ну прикинь, типа тебе не нужно, если ты хочешь концепт сделать какой-то, концепт мира, ты можешь нарисовать человека, стоящего на какой-нибудь скале, и крутить вокруг него, и там всякие замки, леса. В общем, блин, мне кажется, это очень круто для концепт-артов. Я бы прям заморочился с этой темой.
Если честно, именно в концепт-арте окружение таким вообще не пользуется. Я знаю, там проще отрисовать... ну, типа, если это концепт, то и так отрисовывать не надо, понятное дело. Это много времени уходит. Концепт, это же концепт. Ну, типа, если прям, знаешь... ну, не знаю. Ну, как арт, ладно. Не как концепт, а как арт. Мне кажется, очень круто. Прикинь, если ты просто, ну, как бы привыкнешь, ну, у тебя рука будет уже набита на этом, ты сможешь очень быстро пилить. Очень быстро пилить, как бы, концепты. Типа, мне кажется, что если чел, который умеет так быстро рисовать, у него будет преимущество перед теми, кто просто рисует концепт окружения. Ну, если, конечно, ты по времени дольше что-то не делаешь. Офк. Это я так размышляю, типа, я ничего не... это... Ну, пока, да, это, наверное, скорее для тех, кто... ну, типа, люди же любят такими странными вещами заниматься, да, в рисовании, в плане, там... ну, не знаю. Не могу так вспомнить. Ну, короче... вы поняли, про что. Для тех, кому, короче, скучно просто рисовать. Это Делит заказал? Хлебушек? Хлебушек не удивляет. Just keep on turning, don't stop.
Просто на данный момент, когда карты много 3D используют, и легче отрендерить. Да, это с иглы, конечно. Чтобы и перспектива не поломалась, и вид красивый сделать с помощью камеры, чем вручную подгонять. Да, с иглы. Чару. А чё, всё? Все, наслушались. Вырубаем вот это вот. Хекса, добро пожаловать. Hello. Это рендерит, когда башит по итогу, часто не поймешь, кто где. Да не, видно. Не видно издалека. Если не всматриваться в картинку, а так, ты видишь прям текстуру, которую, ну, человек не будет рисовать. Какая песня классная. Я прям уже две строки перевел, ну, в голове, и прям мне очень нравится. Что я хотел? А, я хотел добавить еще рыженький немножко. Favorite movies in bed, so take some time.
take the dogs and race them. Let's go see who's the fastest. Me, Rocky, C2 or Shem. So take some time off your hands. Love yourself a little. Learn to breathe again. Смотрите на эти глаза, это просто шедевр. Шедевр. Лица мне не нравится. Чуть-чуть бы. Changing, changing, changing. I've been changing.